Всем привет, я Таня Шункова. Прямо сейчас мы заглянем в соцсети ТВК и посмотрим самое популярное за неделю. Снова стриптиз и снова на корпоративе завода. Сибсталь МК пригласил стриптизершу в честь дня рождения компании. Девушка станцевала в спецовке на станке. Зачем, зачем на белом свете? Не совсем понятно, почему играла музыка из фильма «Весна на Заречной улице». Это отметили и подписчики ТВК. Директор же предприятия заявил газете.ру, что все были в восторге от такого подарка. Что сказали работникам дома жены, история умалчивает. Также в топ попало видео из Томска. Спасатели более часа спиливали гайку с пальца ребенка. Четырехлетний мальчик надел гайку на средний палец, но снять ее не получилось даже у родителей. В итоге вызвали спасателей. Они спилили гайку, и палец остался цел и невредим. Укладывать асфальт в снег? Да легко. Красноярка поделилась с нами видео, как латают ямы на перекрестке Шумяцкого и Мотызалки, а в это время снег хлопьями. Все лето простояла грязь, ямы раскапанные, все лето. 20 ноября, мороз, снег. И вот что на это пишут красноярцы. Это коренные эскимосы, они только в снег выползают. Знакомо, не удивили. Зимний асфальт кладут. Компания Шонти-Монти. Ничего вы не понимаете, это же нанотехнологии. 8 замерзших щенков спасли пожарные в Березовском районе. Они ехали с тушения, и за машину увязалась собака. Она лаяла, будто звала на помощь. Пожарные вышли, и собака привела их к своим замерзшим малышам. Их приютили в части и начали поиск новых хозяев. Если вы хотите забрать себе пожарного щенка, звоните по номеру 8-391-333-21-12. Кстати, трех щенков уже забрали, а еще 5 пушистых комочков пока ждут новых хозяев. Напоследок доброе видео из Покровки. Дворник сдувает снег с машин жильцов. Это был обзор самого популярного за неделю в соцсетях ТВК. Делитесь своими фото и видео, вдруг они тоже попадут в топ. Вот QR-код, переходите, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и пишите нам там, где удобно. Ведь ТВК — это не только ТВ.